друзья наши приехали. Мы в Outlet Mall погулять за Алиной вдвоем. Надеюсь, это у нас пойдет побыстрее дело, чтобы показать вам ассортимент, что здесь продается. Ну, мы так быстренько пробежимся и закончим наш поход, естественно, в магазине косметики. Возьмем там манго, то, что не купили. Outlet, видите, мы доехали на такси. Рядом огромный магазин Tesco Lotus. Его тоже, конечно, интересно было посмотреть. Говорят, очень шикарные магазины. Типа наших, ну как, типа как Big C. Так. Мы тут ни разу вообще не были. Были, да? А вот что у нас где были? Ну, мы с той стороны обходили, где Adidas, где... А, может быть, сразу в Лакосту ты хочешь? Ну, без разницы, да. Давай немножко тут посмотрим. Манго Outlet, Playboy Outlet. Видите, распродажа 250. Ну, давай так пробежимся, давай, и выйдем туда, где Лакоста. Такая атмосфера, да, здесь прохладненько. Да, сколько, интересно, чемоданов в Outlet'е? Не, мне большой, мне теперь надо маленький. 6900. Ну, минус сколько там? Минус. Ну, чемодан, конечно, приятный залил, но и цена у него. Вот сумочки. Это здесь все получается фирменные вещи. Смотри. Как пойдем? Командуй. 395 бат. Симпатичные, полосатые. Сумочки. Давай чуть-чуть немножко тут походим и пойдем. Сумочки, смотри, какие. 3 250 были, стали 2 150. Ну, по 5 тысяч, смотри, хорошенькие, вообще классные. Угу. Допустим, вот такая. А, она такая же маленькая. 2 190. 450 бат. Ну, ну, в принципе, если разобраться, такой пол классный, оно 900 рублей, вот на наши деньги, да, Залин? И здесь прямо заманивают, смотри, 299 бат. Ну, это такие, знаешь, более поддельные полы. Нет, это не поддельная, это все фирма. Это вот это АИС. АИС, да. Ну, тоже, смотрите, 300, это получается 600, 600 бат, ой, 600 рублей. Смотрите, какие разные. 239, футболки какие красивые. Так, Залин, сейчас по-шустрому покажем. Симпатичные, а? Нет, все симпатичные. Хочу показать вот эти вот. 350 бат, 700 рублей. А женские есть тут? Купи одну, одна в подарок, смотри, рубашка. И везде такие надписи. Джинсы. 590 бат. Нет, так приятно, здесь, конечно, погулять бы надолго. 590 бат шортики. 299 бат рубашечки какие. 195 бат футболочки. 129 бат, смотри. Это на девочек, наверное, да, Залин? Да, девочки. Сюрприз девчачьи. Какая, да? 260 рублей. Нежные, да, какие? Вообще классные. У нас ни у кого нет девочек. Одни мальчики. И вот здесь, смотри, 129 бат. Это уже, наверное, на взрослых. Цветные такие. Бат. Кошельки, кстати. Нет, так, скат. Рубашки. О, прелесть. Сколько? Очень красивенько. Угу. Врангель. Так, смотри, она... Она сейчас 1890, но они красивые. Это же фирма. Ну, скидка, может, еще на 40%? Да, наверное. Ну, размеры маловаты, очень, кстати. М-ки только остались. Да, мне кажется, спросить надо. Мне кажется, у них все есть. Сань, я вот здесь, на территории. Угу. Спортивная одежда. Вот такие, смотрите, футболочки. Еще 50% скидка. Значит, смотрите, получается 1490 и плюс еще 50% скидка. Вот вам Outlet. Я советую, кто будет отдыхать в Паттайе и будет возможность, то можно приехать. Почему нет? Выбор тут достаточно большой. Смотрите, какие рубашечки. 490, 590. Это уже... Это какие? Это все мужские. Так, вот такие рубашечки. 490. Тоже смотри, какое качество хорошее. 1432. Стоило 1790. Еще раз, для тех, кто по поводу бат. 1 бат – это 2 рубля. А вот голубая какая красивая.
1352 бата, 1300, 2600 будет такая. Они на самом деле, камера не может до конца передать, но они действительно красивые. Вот это стоит, смотрите, 640 бат уже. Смотрите, какая она летняя, и выбор-то большой какой. Поэтому в аутлет достойный внимания. 520 бат. Разные. 520 бат, 1000 рублей. Смотрите. Вот, ну, допустим, вот. Не знаю. Мне бы было интересно. Так. Здесь вещей. 980 бат. Я показываю для того, что, может быть, кто-то соберется, кого-то заинтересует. Купи три, одна в подарок. Видите, акция. Вот такой батничек стоит 1680, а стоил 2400. Женская одежда, как всегда, шьют маленькие размеры. А мне бы хотелось бы хотя бы 50-52. 1080 XL. Ну, мне кажется, мне точно такая не пойдет. Мне надо, наверное, 2XL. Смотрите, какое поло. Сколько стоит? 1180. 1180 бат. 2090. Вообще, смотрите, какие цвета красивые. Полас, вообще мне нравится фирма. 1145. Особенно мне нравится ее в Турции покупать. Такие. 1435. А это 1435. Башки. А где женские-то вещи? Все мужские. Мужские, смотрите, скидка 50%. Премиум аутлет написано. Наверное, название такое. 1380. Какие? Смотрите. 1780. Мне кажется, Юрке такая бы подошла. Он любит такого плана. 1780. И очень классный состав. Что ты скажешь? Хорошие цены здесь. Очень. Угу. Просто здесь вообще все заглядение. Залина, где женская одежда? Пуласан? Нет, наверное? Вообще все рубашки. Там мне понравилось. Еще рубашки есть, слушай. Ну, тебе придется, наверное, с Виталиком приехать, да? Ну, тут, наверное, можно поискать. Здесь чего только нет. Знаешь, у него, он все-таки уже очень возрасте, ему надо, чтобы и красиво было, и не тянуло. 299 бат. Вот, это нашего Вовы стиль, смотри. Это он любит все черное. Вот такие футболки. Сейчас молодежь вся в таких ходит. Черная. Все черные носят. Смотри, да. Тоже, мама не черная. Так, пошли и дальше. Все черное. Вот. Дороже мы брали в этом натуральные, которые... А стоили они, смотри, 890. 300. Да. Ну что, пойдем дальше? Угу. Очки здесь можно выбрать. Ну, примерно, вот даже если спросить, почем, сколько стоят очки. Примерно, какая цена, хотя бы понять. 2490, значит, они за один вообще фирменные. Покажись. Тебе, ты, у тебя такой тип лица, тебе идут все очки. Да тебе кажется. Смотрите, 2490. Ну, наверное, фирма известная, да, вот это? Я такую не знаю. Марка. Это тайская фирма какая-то, хорошая, но тайская фирма. Угу. КПНК. Слушай, вот эти симпатичные очень акценты. Смотри, какие красивые. Ну, маловато, мне кажется. Да? Угу. Да, чуть-чуть маловато. Побольше. Так. Очень симпатичные. Какие мне, например, пошли бы? А ты знаешь, которые мне маловато, значит, тебе, ну, у тебя лицо поуже, значит, тебе их надо, Оксан. Дай-ка примерно вот эти, допустим. Да, да. Нет, ну просто мы спешим, конечно, а тут выбор есть. Ну, неплохо, кстати. Хорошо. Неплохо. Хорошо, Оксан. Напишите, дорогие мои зрители, как вам? Я в очках. Ну, людям интересно будет посмотреть, что такое аутлет, мне кажется. Ну, понять, да, для того, что вообще есть. Что есть. Ну, спортивная одежда. Ну, да, спортивная. Если кто хочет, засними. Угу.
Нет, ну просто люди уже поймут, стоит ли им сюда ехать или не стоит, какие здесь цены. Просто я, допустим, почитала, что здесь очень хорошие цены, достойные. Угу. Поэтому можно сюда поехать. Вот. Угу. Смотри, вот это они повторяют за Гуччи. Сколько это стоит, Залин, как ты думаешь? Симпатичные шубки. Угу. Так, ну вот и есть. 2490. Ну, минус 60%. Минус 60%. Тысяча. Вот Юрий бы хорошо было такие. Никак, да, он не хочет, да, обновить. Они очень сильные. Да. Симпатичные. 2490. Сейчас спрошу. А how much? Сейчас нам посчитают. Угу. А, это уже... А, минус... А, 996, Залина, 1000 рублей. Ага. 996 рублей. В общем, со скидками вообще все минус 60%. И получается отличная цена. По 1000 рублей. Залина, не хочется никакие босоножечки выбрать? Ну, это, мне кажется... А, нет 40-го, 2690. Но мне кажется, уж слишком плоская подошва, да? Нет, почему? Хорошая? Красивые, они не просто симпатичные. Сколько такая стоит, посмотри. Минус 50% скидка. Это только 900 бат. Ну, шикарная. Да. Для молодежи, да, вообще. Да, качество отличное. Playboy с 1953 года. Да, это я. Помашу вам привет. Ведущая канала «Новый день». Да, тоже классно. Вот есть большой выбор. За 1000 бат. 2000 рублей. 2000 рублей. 2000 рублей. Пойдем вниз? Не, и штаны вот эти вот такие классные. И шорты, кстати, симпатичные. Ну что Юра такие не носит? Он тебе не носит такое, да? Mm-mm. Ему, как всегда, ничего не надо. Ты хочешь видео сделать, да? Фото? Нет. Вот, 1690. Плюс скидка 50%. Так. Идемте дальше посмотрим. Какие сумочки, да, шикарные. Скидка 1690. Сколько, интересно? 3000 бат. Это, наверное, с чемоданом, что ли, уже? Угу. Интересно. 6000 получается. Кепка, чемодан. И вот такие, смотрите, какие сумочки. 2190. Да. Ну что, Залина, вниз спустимся. А ты видела, это получается 3000 бат вместе с чемоданом и с кепкой. Слушай, да ты что? Да. Класс. Чемодан очень суперский. Чемодан суперский, я согласна. Просто суперский. Очень необычный. А это все вместе, да? Кепка. Тугеда, да? Тугеда. Ага. Сейчас она посчитает. 3000 бат. Сейчас она. Only bag. Сейчас она тебе посчитает, девочка. Рюкзачки какие классные. А, все вместе 7500. Ага. 7500. Угу. Прикольно. Жаль, почему кепки не носишь? Тебе очень идут, кстати. Не. Ну, пойдем в царство детской одежды сходим и пойдем туда. Время здесь, к сожалению, в Таиланде летит. Надо месяц приезжать, на один аутлет только 2 дня тратить. Нижний этаж, спускаемся. Приедете с Виталий Павлович, да? Посмотрите. Ну, это детские игрушки. Одежда. Сегодня на бассейне хорошо было. Отлично. Хорошенькая, конечно. Кофточка. 3590. Ну, 3600, 1800, 3600 будет она стоить. Качество, конечно, у нее, друзья, вообще класс. Конечно, размеры тут маловатенькие. А мне вот такие нравятся, цвет. Вот, смотрите.
Я бы вот такую себе взяла. Смотри, какая красивая. Под джинсы на лето. Сколько же такая красота стоит? Очень красивая. Да, хочу померить. 42, да? Ну да. Это твой размер. Угу. 2,993. Есть, интересно, скидка на нее? Минус 40%. 40%. Нет, не идет, да. Красивая. Цвет, конечно, обалденный. Какие платьица? Лезер. Yes. Лезер? Yes. Кожа. Natural? How much? А, 5500, дорого. Зали, на сады вот. Нет, я больше вот такого плана люблю. Нет. 4990. Я вот, вот мой стиль вот такой вот. Вот это мое. И стоит она 3750. Залин. Вот мой стиль. Я такие только люблю. Я тогда искала, помнишь, не купила, но я уже купила пуласом. Да, такую же, только пуласом. Ну, не такую же, но похожую. Ну, допустим, рыбок, чтобы быть в цене. Смотрите, цена 1095. И плюс еще скидка за один 50%. Не может такого быть. Да. И так 1000 стоит. Угу. Ну-ка. Да, я посмотрю. А эти сколько? А, ну вот эти уже 3990 стоят. Ясно, кроссовки, они когда были дешевые? Никогда. Черные. Сколько такие стоят? 1495. Так, а сколько? Ну, вот такие, но не кожаные. Ну, здесь жарко, наверное, из-за этого. Ну, много такой обуви, видите, сеточкой. Ну, недорого. Ну, как бы, относительно, напишите. 1399. Вот, 1399 прайс. Вообще класс. Так, а эти сколько по прайсу? А эти 3400. Интересно, на них тоже скидка есть? 1700. 50% написывается. Ну да. Симпатичные такие. А есть, интересно, большие? 40-й? Это мужские же. Мужские? Или женские? Мужские. Как хорошо гулять с Алиной вдвоем. Нету наших мужчин, которые говорят, ну давайте уже, ну давайте, пойдем. Заходим в магазин Nike на секундочку. Закончить спортивную тему, мы с вами зайдем в еще один магазин, Adidas, примерно прикинем. Ну, в Nike мне, допустим, ну да, нет такого выбора, и цен интересных тоже нет. Не знаю, как в Adidas. Сейчас посмотрим и пойдем далее. В Адидасе тоже, конечно, 50% скидки. 2750, да, Залин? И еще 50% скидки. Вот эти все кроссовочки, они просто, не смотрите, специально их так упаковывают. Ну, чтобы... Ну, просто упаковка они потом и снимают, и все. 2750. Такие. 40% скидка. 1500 плюс... Ой, вообще, какие классные на лето. Неужели они... 1500, еще минус скидка, это вообще не копейки получается стоит. А вот эти 360 уже с кожи. А вот эти вот мне понравились такие. Ну, я уже купила. Интересные такие, кстати, летние. Ага. Сколько? Ого, сколько такая стоит? Угу. Прикольная. 4000 бат, минус 50. Минус 50. 2000 бат, 4000 рублей. Ну, хорошая цена. Мне нравится, как они упакованы, все в сеточке. Вот для занятий спортом. 2500 и минус, ну, 1250. 2500 они уже будут на выходе. Я считаю, что это хорошая цена. Так. И мужские, допустим. Ну, они тоже сеточки мужские. 2700 минус 40%. Мужские Adidas 2450. Угу. Вообще такие необычные, да? Вот у нас такого ассортимента нет. Смотрите, это тоже женские, да, все да, еще? Да, это женские. Смотри, какие интересные. 2660. Угу.
Хороший выбор. Действительно очень. Вот эта модель 4900 уже. Но вот я, допустим, не видела у нас в России, в Адидасе. Вот такие 4900. Видите, как их упаковали? А без упаковки они выглядят вот так вот. Ну, так что, какие еще? Вот такие модели Adidas. Сколько такие стоят? Мне же пакет в руке мешает. 2450. Смотрите, какие хорошенькие. 2450. Ну, согласитесь, в России таких не купишь. Сейчас мы с Алиной еще по кроссовкам по одним купим. Вообще шикарные. Это простенькие. А мы хотим вот такие. Ой, а вот смотрите, какие симпатичные. Ну, смотрите на ногах, как они смотрятся. Это резина. Но они, наверное, в дождь будут незаменимы, да, или нет? Хотя, смотри, они и так, в общем, вот такие кроссовки, но я их не купила. Может быть, возможно, когда я приеду в Москву, я очень сильно пожалею. В общем, друзья, выбор в Адидасе очень большой кроссовок. Если вам нужна обувь, то приезжайте в Outlet. Я думаю, здесь вы найдете то, что ищете. Однозначно. Все, ну а мы покидаем территорию Outlet'а.